американцы России. Зачем они нужны? Дальше. Че стол простает, Олег? Давай. Его надо продавить. И потом не говори, что тебе не помогает. Ну, дай себе положить. Спасибо. Ну извини, мы ж не в поддавке. Сейчас мне кажется. Сварьков тренирую.
Ну это радует. Да, дурочка есть дурочка. Так, ну что, сколько ты мне навалял тут уже? Один. Одного пока. Спасибо. Сори. Отыгрался. Вот. А у меня еще какой-то позиции. Хитрый какой, а? Что мне в этой позиции делать? Не знаю, но попробовать, с удовольствием попробовать. Мой ход был. Сложно, да, наверное? Я первым фабриколем сходил сегодня. А, вот он. Сколько? Три удара, три подставки. Я остаток поставлю сейчас. Мне так проще. Поэтому она и называется дурочкой. Да, отдал. Ну, забить еще. Да, поставка на сколько? 5 ударов, 5 выходов на что-то. Сейчас разбираюсь.
пострел, может еще где мои шары валяются. Бонус за то, что я тебе такие подставки делаю. Должен же быть какой-то. Так. Выстрел ровненько, блин. Игорь, что не удар, то, блин, выход. Ну, начинаю. Что ты его уговорил? Удивительно, что он меня послушал. Ты это все на расчет, это для меня это слово больше. Вел. Вел. Конечно, после каждого удара, блин, выход для противника.
карте. Извините. Да, ну просто.